Открытая встреча представителей всех волонтерских отрядов и организаций города пройдет в Пинске впервые. Подобную инициативу предложили активисты «С добротой по миру» и «Время земли». Они же и выступили в качестве организаторов. Чего мы хотим добиться? Мы хотим показать жителям города, какие организации существуют у нас и чем они могут заинтересовать людей, которые, может быть, хотят помочь, но не знают, как это сделать. Себя и свои проекты представят 9 команд участниц, среди которых волонтеры медицинского и педагогического колледжей, общество защиты животных, школьные волонтерские отряды, а также представители Полесского государственного университета. Состоится форум волонтеров уже в эти выходные на базе педагогического колледжа. Кстати, в этом учреждении образования работает 3 волонтерских отряда разной направленности. Вот это взаимодействие с людьми и пожилого возраста, и с детьми, у которых есть действительно определенные особенности, формируют в наших учащихся эмпатию и милосердие, и не дают возможности ожесточаться сердцу человека. А в работе педагога это необходимо. И мы, как принимающая сторона вот этого, я думаю, хорошего и полезного дела, волонтерского форума, наверное, поможет объединить волонтерские отряды всего города, потому что я думаю, что и в каждой организации, в каждом учебном заведении есть чем поделиться, но чтобы мы знали друг о друге, что мы делаем и для города, и для людей. И поскольку волонтерское движение объединяет в большей степени молодых людей, то и мероприятие решено провести в молодежном формате с насыщенной развлекательной программой. А спонсоры и партнеры форума подготовили специальные акции для гостей и участников. Приглашаем вас 4 марта в 11 часов посетить наш форум, где вы сможете не только с пользой провести время, но и даже отдохнуть.